Что это ты двоишься? Болеешь или чё? Лет прошло. Я тоже рада тебя видеть, Эсборн. Слишком много, старый друг. Слишком много. Ну что ж, ты здесь и в добром здравии. Идем, я знаю, где мы сможем поговорить. Оргнар, последи за залом, пожалуйста. Запросто. Сюда. Итак, насколько я понимаю, ты уже знаешь? О, да, Давакин. Да, я знаю. Это все меняет. Мы должны найти... Давай покажу. Где-то у меня здесь... Что, Эсборн? Секундочку, одну минуту. Вот, нашел. Давай я тебе покажу. Смотри, вот здесь. Небесной гавани, построенной на месте одного из главных акавирских лагерей в пределе во время завоеваний Скайрима. Ты понимаешь, о чем он говорит? Там они возвели стену Алдуина, чтобы запечатлеть в камне свои знания о драконах. Защита от векового забвения. Мудрый и дальновидный шаг. Стена считалась одним из чудес света, однако ныне никто не знает, где она находится. Эсборн, к чему ты клонишь? Вы что, хотите сказать, что не слышали о стене Алдуина? Никто из вас? Сделаем вид, что не слышали. Что это за стена? И как она поможет нам остановить драконов? На стене Алдуина древние клинки записали все, что знали об Алдуине и его возвращении. Частью история, частью пророчества. Много веков никто не знал, где она, но я ее нашел. Она не погибла, просто о ней забыли. В архивах клинков было сокрыто много тайн. Мне удалось спасти лишь обрывки. Ты думаешь, что стена Алдуина расскажет нам, как победить Алдуина? Да, наверное. Пока не найдем ее, не узнаем. Значит, идем в храм Небесной Гавани. Я знала, что ты нам поможешь, Эсборн. Я знаю ту часть предела, о которой говорит Эсборн. Рядом с так называемым Картспайром, в каньоне реки Карт. Мы можем встретиться с тобой там или отправиться вместе. Решай. Само собой. Попробуем найти этот храм Небесной Гавани. Тебе что-то нужно?
До свидания. Оргнар, это все. Таверна твоя. Скорее всего, я не вернусь. Вот так-так. Это надо обдумать. Береги себя, Оргнар. Прощай. Да, конечно. Ты тоже, дельфина, береги себя.
охотник, странствующий менестрель и великовозрастный пострел к твоим услугам. Жизнь, полная песен и приключений, для нас самое то, верно, друг? А после той истории с одним бродягой и дочерью важного Тана, скажем так, лучше не надо. Боюсь, что нет. Но если ты всерьез желаешь отточить язык, обратись в коллегию бардов в Солитюде. Лучшие песни сложены о приключениях. А разве можно красиво написать о том, чего никогда не испытывал сам? Ладно. Привет, приятель! Повезло встретить барда в пути.
было сомнений. Ищешь работенку? Хватай топор и наруби мне побольше дров. Честная плата за честную работу. До встречи. Thank you.
кто-то ищет. Ау! Ты! Сюда! Прошу тебя! Мне нужна помощь! Пожалуйста! Я не справлюсь в одиночку! Пожалуйста! Нет ли у тебя лишнего зелья? Пожалуйста, нет ли у тебя лишнего зелья? Я прямо за тобой. Тогда пойдем. Сама Кинарет послала мне тебя. Я уж почти не надеялся, что в живых останусь. Мы шли по медвежьим следам до этой берлоги. За шкуры хорошо платят. Мы уже собрались прикончить медведицу, когда появились они. Трое, как из ниоткуда. Сприганы. Нейлс погиб раньше, чем мы бросились бежать. Ари умерла уже внутри. Я раньше и не думал, что они вправду существуют. Понимаешь, меня тоже потрепали. Если честно, то пока я никуда идти не могу. Дышать больно. Мне нужно совсем немного. Намного лучше. Спасибо, друг. Иначе мне бы долго не протянуть. И что дальше? Я не могу просто так уйти. Там ведь тела моих друзей, их рвут на части эти твари. Ты окажешь такую услугу постороннему человеку? Не знаю, что и сказать. Веди, я с тобой.
Ступай потише. Кто знает, могут они нас слышать или нет. Нужно что-то. Значит, все кончено. Правосудие свершилось, если это можно так назвать. Знаешь, возьми вот это. Мелочь, конечно, но для меня это важно. Ари подарила мне этот кинжал, когда мы в первый раз вместе пошли на охоту. Сказала, что он приносит удачу. Пусть он теперь будет у тебя. Я похороню их, как полагается, и пойду домой. Найди меня, если окажешься в Фолкрите. Тебя всегда будет ждать теплый прием.
тобой рядом всегда веселее. Боги мои, у нас гости. Может, останешься ненадолго?
Это очень красивое место. Воздух в Скайриме такой чистый. До самого горизонта все видно. Нужно что-то? Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Чем могу помочь? Смотри-ка, пещера. Кто знает, что там внутри? Может, хватит уже пялиться на уродство? Хотя, наверное, мне еще стоит сказать спасибо, что ты меня не бьешь. Старый Хролден стоит уже сотни лет, дружище.
Старый Хролдон — это краеугольный камень всей истории Империи.